знаете что? Вы не доктор. Вот доктор сидит. Я бы вас с такой симптоматикой сдал бы на опыты. Олег, ну что вы все время занимаетесь гипердиагностикой? Ей 30 лет, какой инфаркт? Тем более был алкоголь. Был? Вы, извините, дура совсем. У нее все признаки, кардиограмма, боли. Но эти два так называемые врача схватили мою мать, чуть не уронив ее на ступеньки, и поволокли насильно, при этом они хохотали. Когда я пью, мне кажется, что я тебя люблю. Когда не пью, то кажется, что не люблю. Согласен? Я не согласен. Не согласен, Лей. Ты же уже решил все, ну давай, разводись. Я умираю, ты что, не видишь, что ли? Рот закрой свой, вот так. Кто-то на кухне лежит. Там у Галянда, без травмы. Ну вообще. Успокойся, Кать, ну успокойся, блин! Ой, помоги! Слушай, скажи, когда ты съедешь? Завтра же меня здесь не будет. Подходит? Хотите яркий пример человеческого фактора? Вот он, распущенный врач. Олег, ты у меня уже едешь по-другому. И главное, чтобы человек, которого я лечу в данный момент, потом не умер, так ведь? Нет. Можно я тебя обниму, Кать? Просто обниму и все. И это невозможно.